Эти кадры заставляют возмутиться равнодушию китайских водителей. Никого из них не смутило то, что на оживленной дороге появился ребенок на игрушечном автомобиле. Ни один человек не остановился. Все лишь объезжали малыша, как какую-то помеху. При этом вот этот автобус вообще проехал мимо мальчика на опасно близком расстоянии и на внушительной скорости. Сколько бы так еще продолжалось и чем бы закончилось, если бы не полицейский, который подбежал к ребенку и унес его, и его транспортное средство с проезжей части неизвестно, зато сам юный автомобилист, кажется, чувствовал себя настоящим водителем и, конечно, не понимал, какой экстремальной оказалась его поездка.